А куда мы столько золота вешаем? Вся елка золотая. Какой сезон, такая елка. Ой, разбился. Как чьи-то надежды в этом сезоне. О, а вот и наши чемпионки. Золотые. Как год провели, девчонки? Ну вот, Дедушка Мороз, смотри. Это еще тут наших кубков нету. Вижу, вижу. Уже, наверное, места на полке не хватает. А как на евроарене дела? Дедушка Мороз, ну давай все плохое оставим в этом году. Ладно. Новый год-то отмечать готовы? Готовы! Тогда давайте открывать ваше задание. Конвертик под елкой. Традиция номер два. Украсить елку за одну минуту, найти максимальное количество спрятанных игрушек и украсить ими елку. Понятно вам задание? Куда уж понятнее. Ну, тогда по моей команде. Раз, два, три! Стоп! Время вышло! Как вышло? А дополнительное время? Ну да, подловили! Давайте еще 15 секунд. Ничья! Получается, дружба! Ну, как и всегда в нашей команде. А вот и подарки. Насте, как лучшей футболистке, отдельный подарочек. Спасибо большое. Я постараюсь оправдать надежды в следующем сезоне. А ты, Анечка, как лучшая футболистка страны, вот, постарайся все унести, не потерять. С наступающим, дорогие друзья! Будьте сильными и невероятными! И будьте счастливы! С Новым годом!